Если хотите получить еще 60 баксов, позовите одного из лаборантов и сообщите ему об этом. Вы можете выйти отсюда со 120 долларами, если дадите разобрать себя на части, вставить несколько штуковин, а затем собрать заново. Будете как новенький.
Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля. Вы внесли значительный вклад в науку, и человечество вам очень признательно. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 — это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Кэролайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы, мусор...
Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось. Однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи, требующие доводки. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже $7 на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах, мы все равно их купили, измельчили их и изготовили гель. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что они являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если же не одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Каролайн, пожалуйста, принеси мне еще более утающее.
Ну ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали дом дотла. Сжечь людей. Он выразил то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга, искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим преемником стала Кэролайн. Она будет спорить, она начнет отказываться. Она такая скромница, но вы ее заставьте. Впихните ее в компьютер, черт возьми, неважно как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр.
безрадостной, но тот безумный тип был прав. Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть меня в мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Так, не стану тебе врать, наши шансы 1 000 000 к 1, это если округлить в нашу пользу. В любом случае, давай разозлимся, если уж нам суждено взорваться. Давай взорвемся с достоинством. Thank you.
Господи, вы же просто ящики с ногами! Это же ваше единственное назначение – жать на кнопки! Как можно не уметь то, для чего вы были созданы? Теплее? Горячо? Горячо? Так, холоднее. Ужасно холодно, как в Арктике. Очень-очень холодно. Слушай, нажми наконец эту кнопку! Ой, как смешно. Мы тут уже 12 часов торчим, а вы все еще не закончили. Не понимаю, чего это вам так весело? У вас один час. Решите задачу. Наверное, это нечестно. Это парадокс. Ответа нет. Смотри, если я не вернусь в свое тело, тут все взорвется. Ложь. Выбираю ложь. Взрыв неизбежен. Срочно начать эвакуацию. Я думал, что все исправил. Опасность. Температура реактора приближается к критической. Вот, почини. Ух ты. Как здорово вас снова видеть, ребята. Оказывается, у нас тут дефицит испытуемых. Так что вы очень кстати. И вперед! Представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему. Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше. Это как... Зачем тестировать? Надо тестировать. Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть. И все будет прекрасно. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Заткнись! Кажется, у нас проблемы.